Красно-белый! Очередной красно-белый турнир в рамках красно-белого дня. Вот так расширяется с идеей проведения турнира на игровых приставках до целого дня, выделенного в торгово-развлекательном комплексе «Вегас Кунцево» для нас, красно-белых болельщиков. Победитель турнира получит телевизор марки BQ. 5-5, счет равный, как всегда, на то никто. Это украшение финального матча. Поддержки уступившего игроку Кирилле. Это очень-очень почетная серебряная медаль. Главный приз на хоккей Данил пойдет не в битву, но по билету. А все остальные матчи он будет смотреть у себя дома. На внушительных размерах фирменном телевизоре марки BQ. Все хорошо, мне все понравилось. Хочется поблагодарить своих соперников за достойную борьбу и вообще всю организацию, и, конечно же, «Спартак», что такие турниры проводятся ежегодно. Я надеюсь, это будет продолжаться и станет хорошей традицией.